такая музыка классная. А Геленс? Че, руки замерзли? Там резинка для весны. О! Вот эти, видите? Че? Перекатить очки. Подшкурники. Подшкурники, ну. Тоже, по-моему, я смотрел, да, там продают. А доставки только пользуются. В остальных вообще никто не пользуется. Да? Да нет. А, держит. Что-то там держит. Первая щукенца колутонская. Блин, мозг я пробил ему. Ребята, мозг пробил. Не выживет. Не выживет, извините. Отпускной. Выживет, не выживет. Отпусти. Ачу! Петля специально. Это подгоны Виктора. Виктор Фишинг. Ссылка в описании. Мой друг мне подогнал. Я хотел все это в Якутию забрать. Не получилось. Потом отправлю Славе. Это Илюха. Всем привет. Это мой друг Илюха. Так, какой бы взять? Давай возьмем вот что-нибудь вот такое ядовитое. Застежки нет, что ли? Нафига нужно. Сегодня с нами Руслан с Астаны, с папой. Болотбек. Ага, он там. Первый раз на рыбалке зимний. Кстати, Руслан тоже новичок. Всем привет, друзья! Вы на канале Чем Рыбалка. Ребята, всем здорово. Неужели мы выбрались наконец-таки на первый лед? Сегодня у нас 20 какой-то там ноября. 23. Но для кого-то, может быть, это уже не первый лед, но для нас первый. Мы сегодня находимся на речке Колутон. Здесь лед не особо толстый, сантиметров 5-6, наверное. Это же хорошо. Да, погода отменная, как всегда. Сегодня у нас первый лед. Для кого первый, а для меня второй лед, потому что я открылся в Якутии в этом году по льду. Ой, понтуется. Ну правильно, понт это оправдан. Я там был. Я счастливый, как никто. Я открылся сегодня даже в Казахстане у себя. Сегодня мы в Дусюке, Колутон, на Александровке, Бастау. Думаю, дальше что-нибудь поймаем. Уже полдесятого время. Время полдесятого, только одна сработка, ребят, не знаю. Снежок идет, погода офигенная, должна вообще щука только так бить. Но пока, как ни странно, у Мирама первая сработка, а не у меня. Не знаю почему. Потому что... Кстати, мы немножко в этом году опять же обновились. Я взял костюмчик очень такой легенький, хороший. Урсус фирма. Обалденная, как бы пока комфортно вообще себе чувствую. В этом году у нас планы вообще обширные. Взять большую палаточку, куб, трехслойку, четырехслойку, печку. И с ночевкой уже, когда лед конкретно окрепнет на Ишиме, на Налимчика. Ох, хороший удар был сейчас. Кость? Да, серьезно. Этот на Налимчика выставляться. Короче говоря, с ночевочкой, не знаю, Мирам боится. Хотя в Якутии же рыбачил. До сих пор боится. Кто побывал в Якутии, тот в цирке не смеется. Я тоже себе костюм купил. У меня
теплее и лучше, чем Илюхин. А фирма какая? Я не знаю. Made in China, наверное. Купил у Гены. Спасибо, Гена. Все, короче, ребятки, давайте рыбачим. Самые интересные моменты, как всегда. Все для вас. Фонарик Армитек от Гриши. Вот так мы расположились. Илюха рыбачит. Тут маленький протока. Снег идет. Ветра нету. Мороза нету. Вообще обалденная погода, да? Погода обалденная. Это Руслан. Поздоровайся. Со стороны приехал специально. Вот ты гага рыбачит. Всем братьям Республики Саха. Нурен нургуй, уруй эхал. Друзья, я недавно вот такой термос купил. Куаныша, моего друга. Вот басари. Жару держит 1.5 дня. Она очень дешевая. Цены не буду говорить. Смеяться будете. Куаныша есть в наличии вот такие термосы. Классные вообще. Спасибо, Куаныш. Она очень дешевая. Фирма Дайдейс. Горячий вообще. 1.5 дня держит. Гарантирую. Ребята ротленят, балансируют. Но рыбы нету. Это не Якутия. Здесь искать надо. Ребята садятся на чебака. Сейчас закормят. Чупакабру. Будем отрываться. Где флажок? Там подшкурник, если закрутит, то тянешь сразу. Переклёста нету? Торца сразу, торца. Готовься, готовься, готовься. Эй, не за эту бери, за катушку бери сразу. Подсекать же ты должен. Сейчас еще один образ сделаю. Все, поехал, поехал, поехал. Есть, бери, бери. Расслабь, не расслабляй только. Аккуратно, аккуратно. Подведи. Катарпаешь, где-то этот. Фиксируй. Пока-пока. Не форсируй. Хорошую щучку. Эй, молодец. Подшкурник рулись. Ачу! Ай да базара нет. Полторушка. Кутосын. Главное, щука есть. Еще смотри, как я зацепила. Вообще слегка. Прям сбоку. Видишь, подшкурник рулит. Я счастлив. Ачу! Бак, с тобой, Руслан. Полторушка. Моя первая щучка на первый лед. Вот я второй раз выезжаю. На зимнюю рыбалку, да? А? На зимнюю рыбалку. На зимнюю рыбалку, да, первый раз. Я в том году уже выезжал. Но только были окуня, чебаки. Казанал жоғары. Первый. Рахмет. О, эта щука поедет в основном. Да. Сегодня. Эта щука поедет к маме. Мама будет рада. Ты знаешь мою фразу? Мама будет рада. Мама будет рада. Поздравляю. Рахмет. Не зря приехал. Нет у нас склада. У нас же пациент. Бар, бар, деньги бар. Бар, да. Тартыс давай. Тартыс. Тартыс, тартыс. Бар, бар. Девушка, кто снага? Пожалуйста. Вторая щука в Астану уедет. В Астану. Бергели. Батя щука стада. Сразу. Да, не пьет. Инстаграм. Поверни ее. Да, ну смотри, папа поймал щучку. Молодец. Ачу, батя рыбалка. Красавчик, батя красавчик, ачу. Да-да. Все, все, настроение поднимается, потому что поклевки начались. За 5 минут 2 поклевки.
Блин, такая красота, не могу налюбоваться. Ребята, я уже сомневался, начал уговаривать Илюху, давай переедем на Старец, давай переедем. Илюха говорит, давай сейчас подождем. Вот две поклевки были, значит остаемся здесь. Вытащил килушка. Килушку вытащил Русик. По краям вообще молчат вот эти жерлицы. Илюха сейчас на середину переводится, потому что вот эта щуковка уже три раза сработал, две щуки поймали. О, килушка, да? Вот этот. Это, да? Да, килушка. Кто вас? Казанов уже говорит. Ахмед. Уже третья щучка уходит в Астану. Атбасар остается ни с чем пока. Ничего, ничего, ребята, и вам тоже повезет. Так, надо одеть жеса, да? Ой, там маленькая. Переводимся, короче, на середку. Таких маленьких ребят мы будем пускать. Ну, починим. Я же говорил, на нашей улице тоже КамАЗ перевернется с пряниками. Жерлица от Джумабека. У него аж флажок отлетел. Удар был жесткий. Сломался. Это в прошлом году сломался, я изолировал. Ну, посмотрим. Ожидаем. Нету. Ложная тревожка. Ложная тревога. Хорошая, хорошая. Давай, Люха, я тебе верю. Ищ! Глушка! Видел только. Но поклевка. Так, здесь что-то у нас слабо все равно. Я сейчас в этой луже одну поставлю и буду наблюдать. Посмотрим. Если поклевка будет, три поставлю еще. Очень мелко. Островок. Проверка. Может, есть тут. Время сейчас где-то 11. Поймали 6 щук, 2 отпустили, очень маленькие, 4 взяли, пока я еще не обрубился нормально. Братья, все нормально, Миром сейчас урвет самую большую поймаю еще. Белую рыбу не можем найти, Чебаков. Дёрг. По идее, в Колтуне хорошо должен идти, да? Да, тут всегда чебака было много. Поплавок с Якутии. Надо скоро уже стол приносить. Я рано еще обедать. Иду кушать. Да не обедать, просто покушать, потом в 2 часа еще покушать. Блин, сорвал сорта. Блин. Сорта содрал. Пару раз подбил. Поспешил просто. Есть. Хорошенький. Я! Двушка смелая. Я же говорю, самая большая у меня будет. Смелая душка. Душка. Хочу. Моя щучка. Двойничок.
Подтек. Классно. Это да. Магрипа Харипулаевна. Хэштег. Самый крупный, да, по-моему? Да, самый крупный. Хорошо. Да. А что ты ищ как? А что? Достойная. Решила рыбалка, да, как всегда. Вытащил одну хорошую. Пока мы 4 вытащили, средненькие. Он одну хорошую вытащил. У вас тоже хорошие? Показал, кто здесь хозяин реки. Вот моя щука. Двушка. О. Рыба-бар. Мама будет рада. Палпар. Казанның аузы жоғары. Живес бар ма? Бар. Алынши. А сколько стоит она? 90 тенге. Так, у нас обед. Окорочка, капуста, огонек. О, гренки, давай, вот это тема она. Кумыртка. Режу, батя сам пек. Бауырсак. Жарил. Бауырсаки, супруга чай моя жарила. Ой, молодец. Привет. Где моя большая вилка? Надо будет нарезать, да? Что, говорит? Это конина. Казахстанский, говорит, шахматист делает первым. Съедает коняк. Я хотел это сказать. Базар, блин. Надо нарезать это конина. Хаза. Знаешь, как мясо резать надо? Один кусок нарезал, один кусок рот кидаешь себе. Это вот когда режут, в сторону центрально режут. Вас посмотрим, джигиттер. Берги мус. Главное, все разловились. Это моя вилка такая? Ну что, не такую положили? Каза. Каска. Кстати, поздравляю всех рыбаков с открытием зимней рыбалки. Всем не повстанет чешуи, что в этом году все разловили свои мечты, свои трофеи. Всем желаю. Мы с Илюхой в клубе за десяточники. Мой рекорд 14, у Илюхи 13. На КГ пока отстает. Мы желаем счастья вам. Жует, видишь? Так, крутит. Ой, хорош. Блин, вон оно. Я увидел его большой. Надо было поймать его рукой. Блин. Хороший еще туда. За яйцами. Да, ты посмотри. Он, видишь, разогнулся. Хорошее было, блин. Надо болтать еще, да? Что, другую надо менять? Здравствуйте еще раз. Что, на Петровича взяли что-нибудь? А? Ничего, даже ноль. Ё-моё. Что, как успехи у вас? Крупных нету щук? Мелочи. У нас полторушка, двушка есть. С той стороны, которая? Да. А у нас середина бьет. Какая глубина примерно? Хорошая. Здесь метра 3-4, 5. Вот тоже такая же. Ты же камеру потерял. А? Другую купил. Удостоверение и камеру тоже, что ли? Удостоверение нашел? Слава нашел мне. Я его 2 дня искал, не мог найти. Оказывается, в палатке карман засунул. Ты че? Да, это живец. Ждем вечера. Часов 5. Соберемся и поедем. Ты Якутия моя. Ничего. Вообще? Одну или две поймали, все, мелкие. Ты Якутия моя. Хвалиться. Там, Руслан. Будем хвалиться. Специально сзади ходит у меня. Ага. Вот, высматривает.
А ну нафиг. Сразу. Неужели голый? Сразу на голову хочешь, да? Последнюю заберете. Я же оставил ее. Но. Еще есть пазл. Чуть голову не воткнули. Да, да, да. Продули мы белку. Илюха такой радостный. Ребята, блин, вообще курсы по белке. Преподает карты, Илья Сергеевич. Карты уже как жестянка ледяные. Да, да. Так, все, надо теперь двигаться. Каждую жерлицу будем вот так дергать, макать. А стоп, щука подошла. Все, работаем. Работаем, ребята. Лайфхак. Если рыба не клюет, вот так надо чуть-чуть поблеснить крючком. Она у вас обязательно сработает. Вот с таким макаром все жерлицы подергаем. Беги, Форест! Что там, двойник, да, или тройник? За этот снимай этот, штаны, хотел сказать. Варежки. За это, да. Пошел. Пошел, пошел. Подсекай, подсекай. Пропустил шанс. Все, подсекай. Ух, блядь, есть. Не спи, осторожно, не спеши. Заведи голову. Ага, вот. Ага. Вот она моя красотка. И Еркик. Килушка. Вот, вечерка начинается. Время сейчас 3:30. Мальчик, самый молодой, принеси живца, пожалуйста. И это, и щипцы свои принеси новые, хоть обкатаем их. Вот такая, ребята, у нас в Казахстане рыбалка. У нас на балансиры, на эти... Обычно рыбачим мы на балансиры, вот на ратлеры. На первый лед. У нас сегодня первый лед, а как будто кажется глухозиме. В Казахстане мы в основном рыбачим на жерлицы. На эти блесны мы редко рыбачим. Астана рулит. Мое сердце. Астана. Дешевый термос с колбой. Вообще горячий. Все, собираемся домой. Кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Всех люблю до хруста, обнял. Вообще шикарно, мы поймали 5 щучек. Вообще довольны, не зря приехали. Наш первый лед. Вообще шикарный был, победа за победой. Ну, нам с Илюхой по одной взяли хотя бы, от ноля ушли. Победили гости. Астана. Астана рулит! Ачу! Ачу! Собираем жерлицы и домой. Мороз поднялся, руки уже ледяные, вообще замерзли. Всех люблю! Жақсы аға, жолдарыңыз болсын, ақ жол. Аман-есен. Белые дороги. Мусор свой забираем. Покажи коне. Мусор не оставляем, ребята. Ай, молодец. Мусор собрали, один пакет там у нас. Вот еще баклажку тоже забрали. Все, едем.